Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Volkswagen Passat B8. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрутки. Показываем готовую обработанную заднюю арку. И максимально обрабатываем поверхность. Наносим данный компонент с пульверизатором. Толщина его достигает 4 мм. Также он служит защитой металла, но от коррозии и ржавчины. Ждем, пока все подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесом. Ну, а пока ждем, мы пообщались с владельцем данного автомобиля и предложили ему проклеить штатный подкрылок таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина его 7 мм. Называется он блокшот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!